Часто для бэкграунда используют 3D-модели предварительно уменьшенного масштаба. Сейчас мы научимся с ними работать. Итак, нам вновь нужен куб и Entity Sky Camera у него внутри. Далее нужно разместить Prop Static и выбрать 3D-модель. В браузере пишем тег Skybox и получаем список подходящих объектов. Чтобы повысить производительность, отключаем коллизию модели и ее тени. Теперь все готово. Но не всегда нужная нам модель подходит для бэкграунда размером, и тут на выручку приходит Entity Prop Scalable. Она может задавать масштаб любой 3D-модели. Очень важно не забывать разделить исходное число на указанное в Sky Camera и записать ответ как новый масштаб модели. Посмотрим, как это будет выглядеть. Все отлично.